Дорогие друзья, сегодня мы находимся в поселке Ясное. Угу. Это возле Докучаевска. И приехали к одинокой женщине. Буквально вот здесь рядом находится ее дом. Вот и оно. В нацике рядом. И рядом. В 700 метрах твоего дома. В 700 метрах от моего дома находится нацгвардия. Котловане. И вы видите их, да, с окна? Конечно. Ну вот мы не можем туда пройти, еще раз повторяю, ребята, там очень... Туда лучше не надо. Туда, потому что мы не местные жители. И вот сегодня благодаря одной замечательной женщине из Санкт-Петербурга, Наталья Зорченко, вот благодаря ее пожертвованиям мы привезли вам продукты. Дай Бог ей здоровья, счастья и всего самого. Дальше. Вот, видите, здесь продуктовый набор. Угу. Наташенька, большое тебе спасибо, потому что вот буквально минуту назад здесь стреляли, да? Да, вот только что. Бахали. И вот, вот этой одинокой женщине, живущей на линии фронта, мы приехали, привезли продукты. Низкий тебе поклон, Наташенька, и огромное тебе спасибо. Я очень благодарна, я кланяюсь перед нею. И ты вообще, не знаю, у меня квартира разбита полностью. Да? Там Кошмар. Нету ни потолка, ни окон, ничего. Я уже 5 лет. Я живу так. Не знаю как. Не знаю, но мы живем. Ладно, не буду говорить. Нет, не хочу. И плакать не хочу.